Star Experience в этом году поменялся не по количеству, а по насыщенности станций, потому что мы добавили больше драйва, мы добавили дополнительно станции по безопасности, где даем возможность оценить, что такое экстренное торможение, каким образом различного рода автомобили и классы автомобилей ведут себя в различных экстренных ситуациях, как, например, лосиний тест, как, например, экстренное торможение в ноль при появлении какого-то дополнительного препятствия и так далее. То есть вы можете попробовать от компактных SUV до большого даже V-класса, который также себя показывает очень даже хорошо. Помимо этого, дополнительно мы совместили теоретическую часть, которая у нас раньше выделялась как отдельная часть данного модуля, полностью внедрили ее в практику, и теперь перед каждым заездом, перед каждым инструктажом вы получаете максимально детальное объяснение конкретных систем, какие вы будете сейчас испытывать.